В детском саду номер 44 по-прежнему идет ремонт. Контракт с подрядчиками заключили в декабре 2018 года. Согласно ему, уже в конце августа работы должны завершиться. Вопрос в том, успеют ли строители сдать объект в срок. Капитальный ремонт в самом разгаре. Меняют все, от пола до кровли. Стройка на объекте ведется почти год. За это время выполнили больше половины всех работ, говорят строители. За этот год было выполнено порядка 70%, наверное, всего объема работ. Вот. На сегодняшний момент осталось выполнить порядка 20 миллионов неосвоенных денег. Полностью выполнили облицовку здания. На втором этаже завершили внутреннюю отделку. Монтировали часть оборудования в кухонный блок и прачечную. Второй этаж почти готов, чего не скажешь о первом. Разбитые лестницы, горы стройматериалов, а на некоторых стенах нет даже штукатурки. По договору срок сдачи объекта 15 августа. С сентября детский сад должен был принять десятки детей. Однако закончить работы вовремя не удается. Подрядчик утверждает, что сроки строительства смещаются из-за проблем с финансированием. Были трудности с финансированием где-то в период с мая по июнь. Вот, часть народа мы потеряли в связи с этим, то есть разбежались. Ну и выполнение было минимальное, то есть не в проектных объемах, а значительно меньше. У специалистов еще много работы. На первом этаже подготовить стены и напольное покрытие, установить двери. Снаружи заасфальтировать дорожки и посадить деревья. Детские площадки обустроят спортивными и игровыми зонами. Веселый детский смех здесь зазвучит еще не скоро. По словам подрядчика, в родные группы дети и сотрудники детского сада номер 44 вернутся лишь к концу октября. Выполнят ли строители свои обещания в этот раз, покажет время. Наша съемочная группа будет следить за развитием событий. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.